Жүз жылдар мындан кийинда дарактар желге ыргыла турушаталар ушинтип биз гана жокпуз. Сюйинбай Эралиев был врожденным талантом. Он был новатором кыргызской поэзии, обладал особым, неповторимым даром тончайшего лирика. Он раскрепощал слово, не заковывал его в рамки традиционных норм. Сюйинбай Эралиев был зачинателем белого стиха в национальной поэзии. Обогатил кыргызскую поэзию новой ритмомелодикой, во многом расширил возможности поэзии. Его стихи продолжают вдохновлять и после его кончины. Жизни творческий путь, его прекрасные человеческие качества станут примером для многих поколений. Он единственный в своем роде. Как он находил образы, метафоры, ассоциации? Мероприятие в честь столетия Сюйинбая Эралиева состоялось в Национальной библиотеке имени Алухула Усмонова. Вспоминая народного поэта, его коллеги отметили, что он был великим тружеником, находился в постоянном поиске себя, смысла жизни. Многие его произведения в полной мере отражают авторскую поэзию в отношении предназначения поэзии, миссии поэта. Сюйинбай Эралиев всем сердцем любил поэзию и дорожил ею. Он всегда вел себя скромно, никогда не стремился к высоким должностям. Переведя Василия Теркина Твардовского, он внес что-то новое в кыргызскую поэзию. Он не просто перевел, а передал всю суть произведения. Он останется одним из наших выдающихся поэтов 20 века. Он стоит наряду с такими мастерами поэзии, как Алыкул Осмонов. Сюйинбай Эралиев прожил долгую и плодотворную жизнь. Он оставил за собой неисчерпаемое, богатое духовное наследие. Его имя навечно сохранится в памяти кыргызского народа. Улан Касенов, Азамат Кадыртоктоев, Алатау 24.